В июле родители вновь получат выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Документ о пролонгировании на месяц такой меры социальной поддержки уже подписал президент страны. Те, кто оформлял июньскую выплату, июльскую получат автоматически. Единовременную выплату получат все родители, опекуны, усыновители, у которых есть дети до 16 лет. 10 тысяч выплачивается дополнительно к ранее принятым решениям по ежемесячной выплате, это на детей от 0 до 3 лет, и единовременной выплате от 3 до 16 лет. Для получения этой выплаты гражданам заявление писать нет необходимости. Органы пенсионного фонда по всем тем документам, которые ранее граждане представляли для получения ежемесячной выплаты либо единовременной выплаты, пенсионный фонд будет принимать решения и будет формировать выплатные документы. То есть круг лиц, надо отметить, круг лиц это от 0 до 16 лет, которые имели право на получение выплат в соответствии с ранее принятым указом за номером 249 и за номером 317. Напомню, поддержку по ранее подписанным указам президента в Чувашии получили до 3 лет более 300 тысяч детей. От 3 до 16 почти 200 тысяч детей. Уже было выплачено 2 миллиарда 450 миллионов рублей. Июльская выплата прогнозно составит около 2 миллиардов 315 миллионов рублей. А те, кто по каким-то причинам еще не обращались за поддержкой, могут это сделать дистанционно или через отделение пенсионного фонда и получить выплату без задержек.